своей энергетике. Мы ознакомимся с темой биоэнергетические вампиры, кто они, классифицируем. Мы проведем обряд, который направлен на освобождение от лишних связей подключек, стабилизируя ваш энергетический фон, вашу чакровую систему энергетическую, поставлю определенные защитные блоки для того, чтобы вы наполнялись. Обо всем этом, безусловно, расскажу. Мы поработаем с потоком «Золотая энергия бессознательного». Сегодня будет очень много практик, которые направлены именно на чистку вашу и на то, чтобы стабилизировать ваше поле в конечном итоге, что приведет к состоянию улучшения физического тела. Обо всем этом я буду говорить. У нас очень много аффирмаций, у нас очень много сегодня медитаций будет, у нас очень много проработки. И, пожалуйста, не отключайтесь, держитесь до последнего, потому что у многих может заболеть голова, у многих может энергии вызвать состояние сна, зевания. Это очень хорошо, потому что это идет проработка. Даже если вы уснете в процессе какой-то медитации, в процессе какой-то практики, это нормально, это отключение, отключается ваша энергетическая осознанность, работает, идет через подсознание, потому что емкости мало, и идет активное расширение емкости энергии и освобождение от негативных факторов, от болезней в том числе. Поэтому чувствуйте себя, чувствуйте меня. В процессе работы ноги мы не скрещиваем. Когда я говорю, вы слушаете меня, у нас идет открытый контур. И начнем мы, давайте, с самого важного, самого главного. Это выстраивание намерений. Сегодняшний день мы посвящаем здоровью, поэтому говорим, я принимаю и отдаю только энергию любви. Мой вдох – это любовь, мой выдох – это счастье. Эти несколько часов будут, так, настраивайтесь, эти несколько часов будут усилены энергиями любви, здоровья, молодости, долголетия, счастья, волшебства. Надеваем на себя фиолетовые колпаки. Очень просто представляем, визуализируем, что мы надеваем на себя. Я надеваю на каждого из вас. Я надеваю на общую группу нашу. А теперь я немножечко расскажу о себе. Потому что сегодня поступило очень много вопросов. Как вы, Арина Михайловна, можете работать со всеми нами и отдельно с каждым в индивидуальном порядке и так далее. Ребят, я не буду сейчас очень много здесь время тратить на то, что мы все живем в мире энергии, о том, что научно доказанные факты уже подтверждают присутствие энергетических воздействий и так далее. Есть определенные волны, альфа-волны, тета, бета-волны, это энергии. Есть определенные, скажем, моменты, о которых вы даже сейчас не сможете понять, и время, опять же, не хочется тратить, то, что вас окружает, ну, как воздух. Воздух, его же вы и не видите, но без него вы жить не можете. Энергия то же самое. Если мы говорим о тонких планах, вот это вот наш мир, наш твердый материальный мир, мир – это абсолютная иллюзия. Иллюзия для того, чтобы хоть как-то нам понимать, нашему мозгу, хоть какую-то стабильность иметь. На самом деле, чуть выше в тонких планах, их огромное количество, их практически бесконечное количество, этих тонких планов и миров, существуют другие совершенно понятия. Там нет линейности, там нет параллельности, там все существует одновременно, и все не существует одновременно. Мозгу этого не понять. Но есть, например, техники, определенные методики. Я занимаюсь практиками уже более 30 лет. Мне 50 лет. У меня в моей жизни на сегодняшний момент достигнута полная гармония. Я мама, я жена, я бабушка,
Я молодая мама, у меня прекрасная семья, у меня прекрасный муж, у меня все в жизни замечательно. Но были времена, когда было очень сложно, когда опускались руки, когда не хотелось жить. Были критические точки, связанные с состоянием здоровья, моего здоровья. И я уходила из целительства на какое-то время, на 5-10 лет. У меня 3 высших образования, я постоянно обучаюсь, я веду людей за собой, я иду согласно своей программе, в унисон, в счастье, в любовь, в гармонию, в удовольствие. И моя работа, она строится на том, как я могу помочь каждому из вас. Да очень просто. Есть определенные фантомные уровни, есть определенные астральные уровни, есть ментальные, когда выстраивается сетка, есть энергии вектора воли и намерения. Это огромная, серьезная тема, и я сейчас просто не смогу об этом сказать. Ну, просто поверьте мне на слово, что мой опыт и тысячи-тысячи людей, которые ко мне обращались, которые со мной идут, идут в развитие, идут в унисон, идут в понимание, в духовность, в любовь, они получают эту энергию вне зависимости, где бы они ни находились, на Луне или на другой планете, или в другой вселенной. Все едино, мир един. Я на эту землю пришла, душа моя, структура моя, матрица, как угодно воспринимайте, для того, чтобы вам помогать. Я знаю законы мироздания, я этому учусь постоянно, я получаю эту информацию и работаю с этой информацией ежесекундно, ежеминутно, ежедневно и так далее. И то, что я сейчас даю, вот эти практики уникальные, на то есть определенные указания свыше. И то, что, когда у меня спрашивают, а если у нас нет денег, и мы не можем сейчас приобрести тот или иной продукт, или даже участвовать в семинаре у нас, в вебинаре, который будет 21 мая, значит, есть и на это причины. Значит, у вас недостаточное количество энергии, и те знания, те энергии, которые я даю, которые я буду давать, или которые прописаны в том же обряде «Золотой денежный поток» или обряд «Зов», когда вы привлекаете в свою жизнь энергию удачи, успешности, или когда вы работаете с «Золотым потоком», это тоже деньги. А деньги, ох, какая мощная, сильная энергия, она так может порвать, так может вас пополами сложить. Потому что я только вчера говорила, что если у вас болит поясница, значит, у вас блокировка по финансовому потоку. 100%. И если вам сейчас дадут вот эти 2-3 тысячи на покупку обряда, и вы сделаете этот обряд, то этот обряд порвет вас. Значит, поэтому вам не дают этих денег. Слушайте меня. Вот сейчас слушайте, сейчас работайте со мной. В прямом эфире. Вот сейчас эти энергии, они направлены именно на восстановление, на то, чтобы у вас пошли улучшения качества вашей жизни, на то, чтобы у вас в вашу жизнь приходили деньги, удача, успех, здоровье, благополучие, красота, молодость, долголетие и так далее. Сейчас здесь сидите и слушайте. Придут денежки к вам? Они обязательно придут. Через день, через два, через неделю, через месяц, через год придут. Значит, вы придете и купите этот вебинар и проработаете его в то время, в тот час, когда это будет необходимо. А если сейчас нету денег, ну, значит, их нет. Ну, примите как должное. Значит, есть некая неготовность. Неготовность вашей энергетики, неготовность ваших намерений и усилий, неготовность со стороны, может быть, еще каких-то кармических моментов. Их тысячи может быть причин. Поэтому мы сейчас здесь работаем и разбираемся со всеми этими вопросами. И начнем сегодняшнюю нашу тему. Я немножко здесь сейчас перебрала саму тему. И начнем мы с биоэнергетического вампиризма. Что такое биоэнергетический вампиризм? Ну, многие, конечно, знакомы с этим понятием. Биоэнергетический вампиризм – это тогда, когда у человека, у одного человека закрыты или неправильно функционируют энергии, энергетические каналы. У нас их два – верхний и нижний поток в основном. И либо заблокированы, либо закрыты, либо сужены. И человек не может получать энергию напрямую
либо по верхнему потоку, либо по нижнему потоку. То есть ему недостаточно количества энергии, которые идут вот высокочастотные и низкочастотные, они идут в равновесных долях. Где-то какая-то энергия перебирает, где-то какая-то энергия больше, где-то меньше, идет сужение, пробки и так далее. И человек становится биоэнергетическим вампиром. Значит, он не добирает этой энергии, и он ее, этой энергией, подпитывается от других. Причем, когда вы, если вы общаетесь с энергетическим вампиром, вы теряете силу, вы теряете здоровье, вы теряете, ну, вы получаете агрессию, злость, вы постоянно думаете об этом человеке, у вас постоянно он в мыслях. И самая главная задача, которую мы сегодня будем решать, это отключение от биоэнергетических вампиров. Я проведу обязательно обряд определенный. И сейчас я хочу классифицировать биоэнергетических вампиров. У нас есть некая классификация, которая делится на три основных группы. Первая группа – это так называемые положительные, ну, в кавычках, положительные биоэнергетические вампиры. Что это такое? Это люди, которые, ну, вроде бы нормальные люди, разговорчивые, активные, они вам рассказывают, что-то делятся, что-то вам хотят еще рассказать, одну тему, прыгать в другой, то есть проявление такой якобы внешней заботы, и все, долго-долго, и у вас уже через 5, 10, 15, 20 минут вот такая голова, и вы уже не хотите ни слышать, ни видеть этого человека, и уже как бы понимаете, что пора завязывать, а он все еще и еще рассказывает, делится, и так далее, и так далее. Вот такие положительные, в кавычках, биоэнергетические вампиры пользуются вашим вниманием, вашей энергией, и основная задача, когда вы понимаете, что невозможно уже здесь 5, 10, 15, 20 минут общаться с этим человеком, просто сказать «нет» и переключиться на другую тему, или сказать «до свидания», или уйти, или рассказать о своем, ну, сбить человека и рассказать ему о своих каких-то ситуациях, а лучше вообще прекратить общение. Лучше вообще прекратить общение, потому что вы теряете энергию, вы теряете силы, вы напрямую отдаете этому положительному, в кавычках, вампиру свою энергию. Сегодня мы будем делать определенную защиту. Но я вас призываю к осознанному подходу. Я вас призываю к тому, чтобы вы понимали, чтобы вы включали осознанность и включали сознание свое, и понимали, что с вами происходит. И почему вы к вечеру становитесь как выжатый лимон после вот таких вот контактов. Учитесь говорить «нет». Второй тип биоэнергетических вампиров – он называется, как я его распределила, шефы. Это наши лидеры, начальники, руководители, те, которые сами по себе несут энергию уже разрушения. Это на работе может быть, это может быть и дома конкретно, когда человек пытается вывести вас на конфликт, на то, чтобы повздорить, на то, чтобы разозлить, на то, чтобы как-то вывести из состояния равновесия. Самая вкусная энергия идет к вампиру, вот в данной ситуации, если это шефы, категория шефы, тогда, когда человек раздражен, когда он вошел в состояние конфликта, он уязвим. То есть если вы пошли на конфликт, вы начинаете впадать в агрессию, вы начинаете злиться, вы подключаетесь к этому процессу биоэнергетического вампиризма, и вы отдаете свою энергию. Что делать в таких случаях? Ну, конечно же, опять же, включать осознанность и стараться не входить в состояние конфликта. Потому что как только вы входите в состояние конфликта, вы теряете энергию мгновенно и бесповоротно, абсолютно. Можно еще посмотреть, скажем так,
на то, через фотографию, является ли человек, некий человек, по отношению к вам, биоэнергетическим вампиром. Делается это очень просто. Вы берете фотографию и кладете ее лицом на левую руку. Положили. Правой рукой вы крест-накрест начинаете чувствовать ощущения, слушать свои ощущения, чувствовать свои ощущения. Ну, где-то над фотографией приблизительно в 5 сантиметрах. Настраиваетесь и начинаете считывать либо информацию, либо по ощущениям. Приятное тепло, комфортное состояние, которое идет от фотографии. Может быть, какие-то картинки пойдут. Говорит о том, что человек по отношению к вам является донором. То есть он дает вам энергию. Если идут покалывания, холод, неприятные ощущения, иногда даже головная боль, значит, этот человек является по отношению к вам биоэнергетическим вампиром. Значит, с этим человеком вам нужно ограничить контакты. Третья группа биоэнергетических вампиров – это так называемые профессионалы. Если в первых двух группах у нас были шефы и, скажем, непрофессионалы, и доноры, и положительные вампиры, то в третья группа – это профессионалы. Это уже люди, которые профессионально, зная определенные техники, иногда даже не зная эти техники, иногда на интуитивном уровне они просто это делают, подключаются к энергетическим каналам другого человека и осознанно, программно проводят забор энергии. Программно – это значит, существует даже определенное время, существуют определенные каналы временные, в которой идет забор энергетики. И человек другой, у которого забирают энергию, начинает чувствовать себя плохо. Особое время у нас, когда открыто работают профессионалы, это где-то 16, в среднем 16-17 часов дня. В это время у вас может появиться, у кого подключки, я сейчас вижу, у многих есть подключки, в это время могут появиться боли, в это время может появиться усталость, в это время может проявить себя сон. Так вот, ту технику, которую я вам сейчас дам, и мы сейчас с вами проведем этот обряд, вы можете использовать постоянно в то как раз время, когда вы почувствовали, что что-то пошло не так. Эта техника называется «Меч Архангела Михаила». Сейчас мы с вами настраиваемся на работу, растираем ручки, ножки стоят параллельно, ручки растерты, положили их на колени, закрыли глаза. Сейчас мы будем проводить обряд. Это мощный, сильный ритуал, который передали мне мои предки. Сейчас каждый из вас про себя просит Архангела Михаила вложить в руку меч. Я прошу Архангела Михаила вложить в мою руку меч. Для правши это правая рука, для левши это левая рука. Вот сейчас вы можете даже ощутить тепло, может быть покалывание, может быть тяжесть в той руке, в которую вкладывается меч. Глазки закрываем. Сейчас буду работать с вами я.
Вы почувствуете облегчение, буквально жар уже сейчас пошел у многих из вас. Угу. После того, когда я поработаю, я скажу, как работать вам самостоятельно с мячом. Угу. Работаем. Так, открываем глазки. Рассказываю, как вы можете работать с мячом Архангела Михаила. Первое, что вы говорите, это «Арина, помоги». Это настройка и помощь сил, ваших сил, активация моих сил. Дальше вы просите Архангела Михаила вложить в вашу руку меч. Дальше вы можете использовать в качестве меча, я просто давно работаю с этой техникой, у меня в качестве меча есть определенный предмет, это камень. Это камень, кварц специальный. Здесь у меня уже и духи, тут ну, еще дополнительная помощь. Это может быть нефритовая палочка, это может быть любой предмет, но желательно, который имеет структуру либо железа, либо камень, это самый оптимальный вариант. И этим мечом вы работаете. Если здесь сейчас присутствуют целители, если люди, которые занимаются экстрасенсорными практиками, пожалуйста, используйте этот великолепный ритуал для работы. Я его разрешаю использовать в помощь людям. Делается это так. Обычно, если смотреть внутренним зрением, если задавать вопросы, если работать в информационном канале, мы видим со стороны спины, кто особенно обладает видением, со стороны спины некие вот такие туннели, какие-то как шланги, которые уходят в пространство. Если идти по этому шлангу, можно прийти к тому, кто сидит на другом конце. Можно непосредственно найти этого человека. Но я этого не делаю, это не нужно. Я просто обрубаю все эти шланги, все эти подключки, в зависимости от того, насколько толщина там показывается. Или тонкая ниточка, или толстая идет, или там такой. То есть различные идут. В основном они идут от задней части головы под ключки и идут по позвоночному столбу до где-то до копчика. Вот эти вот всякие нитки и так далее. Вот с этим пространством мы физически работаем, представляя, что мы их обрубаем. Дальше что делается? Дальше обязательно, чтобы не было оттока энергии в пространстве, чтобы ваша энергия, это как некая хирургическая такая операция, чтобы не уходила энергия, мы эти дырочки закрываем и наполняем энергией. Какая у нас самая созидательная энергия? Энергия любви, энергия счастья. И этой энергией мы как бы зашиваем, как бы закрываем эти дыры, и это все делается на уровне визуализации. Закрываем, работаем рукой, в состоянии каждый из вас это делать. Закрыли. То, что там оторвалось, это пусть там все идет, мы туда даже не смотрим, откуда пришло, туда ушло. Наша главная задача – отключить эти все биоэнергетические каналы оттока энергии, закрыть, залатать, и дальше уже
поставить определенную роду защиту. Это то, что я сейчас сделала. Ну, защита много в разных форм. Ну, даже того, что вы отрубили, почистили себя и залатали эти дырочки свои, чтобы не было оттока, этого уже достаточно. А в тех практиках, которые я даю, вот в тех двух ритуалах, которые у нас денежный поток, который у нас обряд зов, вообще во всех практиках, и тот, что будет 21-го, я непосредственно даю конкретные техники восстановления целостности энергии, потому что если вы не целостны, в соответствии, если у вас плохая защита, если у вас энергетика разорванная, если вы находитесь в нестабильном состоянии, то вам обряды очень сложно будет и принять, и понять, и сделать, и очень сложно они будут работать на вас. Поэтому прежде чем прописывать вот эти обряды, ритуалы, которые я предлагаю вам, там полностью прописана вся система гармонизации вашей энергетики. То есть это то, что необходимо делать практически каждый день, потому что мы живем в агрессивном мире. Итак, значит, пришли в себя, состояние «я здесь и сейчас», состояние для женщин «я женщина», состояние для мужчин «я мужчина», настроились, угу. Хорошо, работаем дальше. Сейчас я выведу на экран слайды, и мы будем говорить, естественно, о болезнях. Что такое болезни? Болезни – это уже проявленные косяки нашей нестабильной энергии, нашего неправильного мировоззрения, нашего неправильного отношения к самим себе. И то, что вылезло уже в качестве проявления на физическом плане, на уровне клеток, на уровне физического тела. Вот что такое болезнь. Болезнь в конечном итоге происходит от слова «боль». Боль – это может быть физическая боль, и это в первую очередь боль, которая была сформирована какой-либо диссонансной, разрушительной, негативной энергией. Негативная энергия, она могла либо прийти к вам извне, либо негативная энергия, которая копилась у вас в ваших клетках на уровне сознания, на уровне мыслей, на уровне жизни, и как причина основная вытекла на физический уровень. Я уже говорила, что если у нас идут болезни по левой стороне, значит, это что-то извне. Ноги, руки, органы, и сердце в том числе. Левая сторона – это извне. А правая сторона, ну, это по большей части так. Правая сторона – это то, что мы сами о себе думаем, сами себе формируем, в том числе как-то самовина, самоуничижение, нелюбовь к себе, огорчение, злость, агрессия, страх. Страх смерти – самая разрушающая энергия. Страх потери – самая разрушающая энергия. Страх боязни потерять – самая разрушающая энергия. Так вот, одна из причин, мы сейчас разберем с вами причины болезней, одна из причин – то, что вы считали, что вы не заслуживаете лучшего. Вы не заслуживаете лучшего, вы не любите себя, вы не относитесь к себе как к божественному источнику, и вы не позволяете себе быть здоровым. Поэтому здесь болезни являются у вас именно вследствие того, что вы не позволили себе быть здоровым. Так вот, одна из причин непозволения, с которой мы будем сегодня работать, заключается в том, что мы настраиваемся
на исцеление, мы настраиваемся на выздоровление. И настройку, которую я буду вам сегодня давать, она, во-первых, настолько многогранна, настолько целостна, настолько сильная, мы будем уходить даже в структуру ДНК. Опять же, не буду долго и длительно говорить об этом, но скажу лишь отчасти, что изначально, когда этот мир придумали, тоже ведь все неспроста, то была и темная сторона, и была и светлая сторона, и одни боролись с другими, и на каком-то этапе времени получилось так, что темная сторона, она отключила часть наших молекул ДНК, и осталось всего две нити ДНК. А на самом деле там гораздо больше этих нитей, там вплоть до 12 ступеней спирали молекул ДНК. Это та информация, которая, опять же, очень свежая, и она совершенно недавно пришла на Землю для людей, которые работают, которые знают, потому что это очень серьезная информация. Так вот, у вас изначально, у вас в молекулах, в структуре, в самой матрице у каждого из вас заложено жить до и больше, ну, плюс-минус 1500 лет, вообще спокойно и непринужденно. Изначально это заложено. Изначально заложено быть здоровым, изначально заложено быть красивым, изначально заложено быть молодым, и все это прописано в матрице ДНК. И уверяю вас, пройдет совсем немного времени, ну немного по масштабам Вселенной, может быть 100, 200, 300 лет, и люди будут жить долго, но будут жить именно в созидательном аспекте. Те, кто будет идти по дороге разрушения, будут уничтожены. Те, кто будет идти по дороге любви, созидания, выбирать лучшие варианты своей жизни, счастье, любовь, гармонию, удовольствие, те имеют возможность и шанс жить долго и счастливо. И на это как раз-таки нацелена работа многих прекрасных, замечательных целителей, в том числе и моя. Это очень серьезные, очень глубинные, очень мощные энергетические практики и проработка в том числе. И поэтому на то должна быть готовность и ваша. И поэтому то, с чего я начала, если денег нет, то мы дальше не идем, а как же так, ах, помогите и так далее, но нет, просто не готовность. Просто мы идем постепенно, и я, опять же, даю те практики, на которые вы сейчас можете рассчитывать в качестве, в том числе, вашей энергетики, на которую у вас хватит сил и хватит энергии. И существуют вот эти две спирали, которые у нас на сегодняшний день прописаны в ДНК. Это всего лишь работа по основным энергетическим центрам нижних каналов. Это первая и вторая энергетические чакры. То есть это энергии, которые способствовали буквально выживанию и размножению, которые вызывают хоть какое-либо желание к элементарной эволюции, но мы-то идем дальше, но мы-то идем в духовность, но мы-то идем в развитие, мы идем в силу, в созидание, в мощь и в любовь. И поэтому нам даются знания, нам даются энергии, нам даются такие люди, как я, получающие информацию. И вы молодцы и умницы, что сегодня пришли, собрались и идем дальше. И те практики, которые я буду давать 21 мая, это очень мощные, сильные, энергетические практики со 100% реализацией и со 100% практикой и помощью. Дайте, Лена, пожалуйста, ссылку, пусть люди ознакомятся с этими нашими 21 числа, когда мы будем работать именно в эфире 6-часовой, это платный тренинг-обрядник, это 100% практика. И на этом как раз-таки вебинаре я дам еще больше знаний. И придут туда именно те люди, которые достойны, которые уже могут, которым уже нужно, и которые будут со мной прорабатывать в течение 6 часов свою энергию и энергию своих близких.
И опять же, по той стоимости, которую я здесь устанавливаю, ну, вы все прекрасно, ну, кто-то, может быть, знает, а кто-то и не знает, какова стоимость моих приемов и какова стоимость 5000 рублей за 6 часов практики, где мы будем отрабатывать каналы любви, каналы денег, делать прокачку на энергиях. Мы работать будем с прошлыми жизнями, мы будем работать со стихиями, мы будем работать с вашими связями, с подключками, с теми всевозможными негативными моментами, которые вам мешают быть богатыми, счастливыми и жить в счастье в конце концов. И эти 6 часов будут стоить 5000 рублей. Почему такая стоимость? Потому что так мне сказали и велели наверху. Я с ребятами там наверху не спорю. Потому что, видимо, пришло время дать эти практики людям хотя бы вот в таком режиме. Бесплатно эти практики я давать не могу, это все-таки энергообмен. Потому что здесь тоже я затрачиваю колоссальное количество энергии, работая с каждым из вас, работая в потоках, работая на массовую аудиторию, колоссальное количество энергии. И мне тоже, как человеку, как физическому человеку, необходимо восстанавливаться. Но я не буду говорить тонкости, как я восстанавливаюсь. Но, однако, физическое тело, оно тоже требует ухода за собой. И поэтому я призываю тех, кто имеет хоть малейшую возможность прийти 21 мая, приходите. Потому что личные встречи, да, пожалуйста, вы можете прийти ко мне на личную консультацию, на личную работу, но там совершенно другие цены, совершенно другие. Здесь вам предоставляется уникальная возможность быть на этом семинаре. Быть со мной 6 часов. Это следующий, это тоже очень серьезный день. Я его выбирала не случайно. Это день, когда мы меняем и работаем, меняем свою судьбу и работаем со своим жизненным путем. И плюс еще, опять же, два обряда, которые я записала для вас, которые в продаже с сегодняшнего дня, со вчерашнего дня, это золотой денежный поток. И обряд зов, золотой денежный поток – это подключение к энергии денег. Это чистка, это восстановление, это ваша самостоятельная работа, которая действительно реально приносит результат. И вы его чувствуете, потому что те, кто его купил, и те, его, кто уже получил, они уже мне отписались, что есть результаты. Вот удивительно, но это действительно так, что есть результаты уже. Обряд зов – вообще уникальный обряд, когда мы для тех, кто хочет привлечь вторую половинку, хочет привлечь партнеров по бизнесу, хочет привлечь в свою жизнь удачу, успех, счастье, это созидательные все обряды. Пожалуйста, пользуйтесь ими. И стоимость там сколько? 2900, по-моему, 2950. Это тоже, это символическая стоимость этих обрядов. Символическая. И опять же, если у вас сегодня нет возможности, значит, если у вас прокачивается энергия, сила, желание, воля, то, уверяю вас, завтра, послезавтра вы эти деньги найдете, потому что на то есть указание свыше. Либо недостаток энергии, либо недостаток желания, либо что-то не срослось. Но, как правило, если человек хочет, и если он очень хочет, то у него вырабатывается определенное количество и качество энергии, и ему дается эта возможность. Это волшебство. Мы сегодня будем над этим в том числе работать. Итак, первая причина болезни – вы считали, что не заслуживаете лучшего. Ну, потому что мы так, к сожалению, воспитаны. Где-то я лучше посижу здесь. Это глупая скромность, это уничижение самого себя. Где-то там спрячусь тихонечко, постою в уголочке, буду где-то что-то потихоньку и так далее. И нам никогда не прививали ни наши родители, ни родителям наши бабушки, дедушки, прапра внутреннюю систему ценности. Нам никогда не прививали понятие внутренней силы и стержня внутри себя. Нам никогда не прививали возможность выбирать лучшее в своей жизни, потому что проходили и
войну, и голод, и холод, и беды и несчастья сваливались на наших предков в огромном количестве. И мы забыли, утеряли эту возможность принять свою судьбу, свою жизнь и сделать выбор к лучшему. Я выбираю лучшее в своей жизни. Я заслуживаю лучшее в своей жизни. Я выбираю лучшую машину, я выбираю лучшее здоровье, я выбираю лучшего человека, я выбираю лучшее общение, я выбираю лучшее в своей жизни. И через волю, через стойкость, через намерение я закрепляю за собой право выбора. Я определяю, куда мне идти, с кем мне идти, что мне делать, в какой мне стране жить, что мне говорить. Я определяю все это. Я беру ответственность на себя. Мой выбор состоит в том, чтобы выбирать лучшее, идти к лучшим вариантам своей судьбы. Вот, казалось бы, причина болезни. Отсутствие выбора, страх, признание самовины и признание того, что долгое-долгое время вдалбливалось нам в голову: вы не заслуживаете лучшее. Мы заслуживаем лучшее, потому что мы несем свет, потому что мы несем любовь, потому что мы творцы Божии, мы боги, пришедшие сюда. Так, садимся поудобнее, ладошки открываем, ножки ставим параллельно. И теперь я сейчас составила для вас декларацию. Каждый из вас сейчас будет повторять за мной, декларировать это торжественное обещание, эту клятву. Мы берем обязательство выздороветь через осознанный подход того, что болезнь и здоровье – дело вашего собственного выбора. Сейчас, секундочку. Я параллельно веду прямую трансляцию в Инстаграме. Угу. Сейчас у меня закончилось, я продолжу. Минуточку. Просто очень людей много, и у нас не успели все прийти, попросили меня выйти в прямой эфир в Инстаграме. Да, мы продолжаем прямой эфир, я подключила вас, потому что более тысячи, уже более 1500 человек собралось. Итак, берем ответственность на себя, ответственность в том, чтобы быть здоровыми, молодыми, крепкими, сильными, мощными. Обязательства перед самим собой. Я. Каждый из вас называет фамилию, имя, отчество. Беру на себя обязательства о выздоровлении. Отныне я ставлю на первое место в своей жизни себя и свое здоровье. Как главные и не подлежащие пересмотру ценности. Отныне я обязуюсь постоянно и неуклонно заботиться о своем исцелении. Ни на миг я не забуду об этой своей цели. Сейчас для меня это главное. Каким бы ни было важным что-то еще, я никогда и ни при каких обстоятельствах не пожертвую задачами своего исцеления ради кого-то или ради чего-то. Я обязуюсь заботиться о себе, как о своей душе, так и о своем теле. Я обязуюсь, невзирая ни на что,
твердо верить в свое выздоровление. Я обязуюсь принимать в свою жизнь только то, что приносит мне благо, и без сомнений отказываться от всего, что хотя бы в малейшей степени может мне повредить. Отныне в моей жизни нет места всему тому, что не способствует моему выздоровлению. Даю себе торжественное обещание не сдаваться никогда, даже если будет трудно. Даю себе торжественное обещание одержать победу над болезнью. Даю себе торжественное обещание стать здоровым душой и телом. Я выбираю здоровье, красоту, молодость, долголетие, любовь, счастье, удачу, богатство, изобилие. Я выбираю лучшее, все, что прописано по моей программе судьбы. Я выбираю лучшие варианты моей судьбы. И да будет так. Исполнено, совершено, печать мастера. Итак, открываем глазки. Сейчас мы задекларировали свое желание. Оно пошло в реализацию. Еще раз хочу вам напомнить о том, что все практики, которые я даю, это рабочие инструменты. Даже те, кто будет смотреть это в записи, может в любое время, в любой точке пространства повторять и делать то же самое, что и сейчас. Возьмете вы это через месяц, через год, это всегда будет работать на ваше исцеление, на ваше восстановление, пролонгировано в пространстве и во времени. Я ставлю следующий, второй слайд. И мы разбираем причины болезни, части причины болезни. Вторая причина. Болезнь могла быть или казаться вам благом. Что это такое? Благом это, ну, благом понятно, что в кавычках. Потому что заболевая, знаете, как маленькие детки, заболевая, люди получают больше внимания. Заболевая и тетешка эту болезнь, эту болячку, либо сам человек, либо его близкие начинают за ним ухаживать, начинают быть ласковыми, начинают быть нежными, начинают вокруг бегать и скакать, и все вот это вот усугубляется, и поэтому, с другой стороны, человеку больше нечем заняться, кроме как заняться этой болезнью. И в эту болезнь сам человек залипает, и способствуют этому еще все близкие, родные, дочки, мамы, мужья, и начинается вампиризм. Я не зря сегодня затронула тему вампиризма. И начинается больной человек, он априори, безусловно, всегда является вампиром. В большей части, если там других причин нет. И начинается скакание вокруг этого человека больного. И он хотел бы выздороветь, но на уровне подсознания и на уровне такой, скажем, энергетической составляющей, ему, с другой стороны, и нравится, ну, в кавычках, эта болезнь. И он хочет это состояние пролонгировать, и поэтому организм не идет на выздоровление, а он все больше и больше заболевает, и все больше и больше клеточек становятся поврежденными. Вот такой вот парадокс, что вроде бы я и хочу выздороветь, но
внутреннее понимание на уровне подсознания того, что за тобой ухаживают, за тобой все бегают, за тобой к тебе так вот все относятся и так далее, не дает ему выздороветь. Поэтому здесь второй причиной болезни как раз-таки, что она могла быть или казаться благом, ну, в кавычках. Но это не значит, что такого рода болезни должны оставаться с вами навсегда. Если мы затрагиваем сейчас эту тему и осознанно ее сейчас раскрываем, значит, время пришло освободиться и поработать с уровнем подсознания. И мы сейчас будем проводить определенную технику, определенную практику. Это включение божественной матрицы здоровья, то есть это еще более высокий уровень не сознания и не подсознания, а это матрица, это основа основ. И пришло время освободиться от этих негативных всевозможных зацепок, подключек и, скажем, вот таких вот, в кавычках, благих болезнях. И, опять же, даже если вы неосознанно сами выбрали эту болезнь, неосознанно, ну вот бывает и такое, в этом нет вашей вины. То есть не надо себя обвинять, что да, мы сейчас разбираем такие вещи, которые осознанно даже мозгом, головой не понять и не принять. Пройдет время, я сейчас вас очень сильно прокачиваю, я сейчас очень сильно и мощно с вами работаю. Очень сильные потоки энергии работают. И я работаю в потоке, это значит, я просто являюсь инструментом, я получила информацию, я получила энергию, и я ее в вас прокачала. И у нас идет вот такая серьезная проработка, у нас идет вот такая серьезная прокачка сейчас. И я получаю информацию сейчас от тысячи-тысячи точек со всего земного шара, потому что я слышу вас, я вижу вас, я чувствую вас, и когда я готовилась к этому семинару, вебинару, я в том числе уже закладывала определенного качества и количества энергии. И когда я готовилась по обрядам, по обряду «Золотой денежный поток», обряд «Зов», я уже изначально знала, кому он нужен, когда он будет нужен. Сегодня он нужен одному человеку, завтра он нужен другому человеку, а через неделю будет третьему, а через месяц четвертому, пятому, десятому. А та практика 21 мая, которую я вам предлагаю, вот это тоже практика, которая направлена на каждого из вас. И в этом как раз-таки заключается моя индивидуальная работа с каждым из вас, потому что я как антенна, у меня уровней много, у меня в пространстве меня много, не физика, нет, совершенно другие энергии работают. Здесь работают и духи, здесь работают, я не зря воздух затронула, потому что духи воздуха работают, духи огня работают, духи воды работают. Все структуры, все энергетические необходимые основные элементы, все подключены, и работают они сейчас с каждым из вас индивидуально и со всеми вместе в целом. Мы как маленькие бриллиантики начинаем светиться, наши души начинают приходить в себя, оттаивать и идти по дороге созидания в любовь, и мы начинаем поднимать вибрацию в целом вашей маленькой деревни, вашего маленького города, нашей страны, России, Земли, во Вселенную в целом. Это глобальная, серьезная работа, поэтому включайтесь в нее. Приходите ко мне на тренинге 21 мая, мы там будем еще сильнее работать, еще более глубже копать и уходить в родовые моменты, и уходить в прошлые жизни, и работать с кармой, и то, что путешествия прошлых жизней, как они влияют на эту жизнь. Приходите, записывайтесь, вот все контакты есть у Лены, заходите, смотрите. Так вот, то, что касается причины второй, болезнь могла казаться благом. И в том числе эта болезнь могла быть направлена на то, чтобы вы в конце концов обратились к своей душе, обратились к своему телу, услышали его, почувствовали его. 2017 год – это год наш, этот год чувствования. Предыдущие года были
осознанного подхода «я женщина», «я мужчина». Этот год, год чувствования, мы выходим на новые вибрации, мы должны чувствовать, мы должны каждой клеточкой, каждый импульс вслушиваться в свое тело в том числе. И болезнь эта, как некая красная кнопка, которая включилась и просто сигналит вам о том, что я что-то делаю не так, что я куда-то не так иду, что я неправильно отношусь к себе, я неправильно отношусь к этому миру, я что-то во мне не так, и разбираемся. И разбираемся не со злом, не с агрессией, а разбираемся только через любовь к уважению себя, к любви к себе. Ведь не зря же мы говорим, что ты излучаешь в этот мир, то мир тебе и дает. И поэтому, может быть, благодаря этой болезни вы обратились внутрь себя к своей душе и услышали таки, наконец, голос сердца, голос души, голос своих ангелов-хранителей, наставников, покровителей, высших сил, которые стоят за каждым из вас, огромной этой, огромной армии сущности, мощнейшей, сильнейшей, которая наполнена светом и любовью. И сейчас мы, прорабатывая вторую причину, говорим, я принимаю и я благодарю. Я принимаю и благодарю. Я принимаю и отпускаю болезнь. Я принимаю с благодарностью и отпускаю несчастье, страдания, боль души. И отныне я предоставляю себе в распоряжение только исцелению, здоровью, красоте, молодости, счастью, гармонии, удовольствию, волшебству. И да будет так. Садимся поудобнее, ладошки открываем вверх, ножки ставим параллельно. Матрица включения божественного здоровья, божественная матрица здоровья. Это упражнение, так называемое, эту практику можно выполнять неоднократно. Смотрите на свои ощущения, смотрите на свои, на чувства свои. И когда вы чувствуете, что вам требуется восстановление гармонии, может быть, растерянность какая-то, когда вам нужно перевести себя в равновесие, вы можете использовать эту божественную матрицу здоровья. На уровне физического тела идет восстановление. Закрываем глаза, дышим ровно и спокойно, ровно и спокойно. Сосредотачиваем внимание на области сердца, ощущаем свой божественный центр на уровне сердца. Соединяемся со своим божественным «Я». Божественное «Я» на уровне сердца находится. Работаем. Представьте, что вы находитесь в центре столба ярко-белого сияющего цвета. Этот столб уходит вниз, в центр Земли и вверх, в бесконечность космоса. Представьте, что вы твердо стоите на Земле. Мысленно окиньте взглядом всю прекрасную голубую планету. Ощутите ее поверхность. Затем мысленно окиньте взглядом весь бескрайний космос. Ощутите глубинную внутреннюю связь с ним.
Мысленно обратитесь к Духу. Дорогой Дух, дорогой Бог, дорогой Всевышний, направь мне божественную матрицу идеального здоровья, данную мне по праву моего божественного происхождения, и помоги включить эту матрицу в действие в моем человеческом теле. Представьте, как сверху, по светящемуся лучу, внутри которого вы находитесь, к вам спускается большой, сияющий, переливающийся бриллиант. Так символически можно представить себе энергоинформационную матрицу идеального здоровья. Бриллиант замирает над макушкой вашей головы, и вы чувствуете, как кристально чистые лучи энергии и света, идущие от него, входят в ваше тело, через голову, наполняют всю вашу ауру и всю вашу биологическую оболочку. Эти лучи касаются каждой клеточки вашего тела, и каждая клеточка вспыхивает ярким светом и начинает сиять, как маленький бриллиант. Когда вы почувствуете каждую свою клеточку как маленький сияющий бриллиант, это будет означать, что вы приняли матрицу идеального здоровья всем своим существом. Мысленно скажите: идеальная матрица здоровья, данная мне Всевышним, начинает свою работу на всех уровнях моего существа, восстанавливая мое духовное и физическое здоровье таким, каким оно изначально задумано Богом. Снова представьте себе сияющий бриллиант у себя над головой и скажите: «Я прошу идеальную матрицу здоровья, данную мне Всевышним, остаться в моей ауре, чтобы направлять процессы исцеления, восстановления моего здоровья, молодости и продления жизни». Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Почувствуйте, как сияющие лучи, множество бриллиантов наполняют ваше тело. Запомните это ощущение. Теперь вы в любой момент можете визуализировать картину сияющего бриллианта у вас над головой и выразить намерение восстановить ваше тело в соответствии с божественной матрицей идеального здоровья. Откройте глаза. Сделайте вдох и выдох. Хорошо, молодцы. Хорошо поработали. Так, открываю следующий слайд. Вот смотрите, сейчас на уровне физики могут быть ощущения, у меня я считываю сейчас и ваши ощущения, в том числе у кого-то заложен нос, у кого-то заложено горло, у кого-то идут сейчас прям спазмы вот здесь вот на уровне шеи, у кого-то в легких прям защемило, заболело, легкие — это судьба вообще, у кого-то ноги сейчас тоже, все вот эти ощущения сейчас на уровне физики, меня вот немножко начинает подколбашивать, и вот нос начинает закладывать, это я сейчас прорабатываю каждого из вас. То есть энергии сильные, мощные, и идет такая колоссальная чистка. Поэтому могут проявиться какие-то болячки, могут вылезти сейчас головная боль, и где-то защемление, где-то что-то там заболит, сям. Это нормально, пейте водичку. Вот если сейчас у вас, да, озноб в том числе, холод, может быть, даже вот такое состояние как бы тревожности, энергии работают, ребят, очень сильные,
Ну, кто справляется хорошо, кто не справляется, то, в принципе, может уже сейчас просто немножко отдохнуть, выпить воды, умыться, омыться, и все-таки предлагаю пройти вот этот вот сегодняшний семинар до конца, потому что очень важно, вы включились в потоки, вы работаете в потоке, ощущения на уровне физического тела через какие-то болезненные моменты, это отлично, это супер, через плохое к нам приходит хорошее, идет переработка, идет трансформация. Опять же, вот когда мы будем работать 21 числа, и те, которые придут, там очень сильные энергии, там еще энергии в тысячи крат сильнее, и там идет проработка и судьбы, и причем не только проработка ваша, потому что вы являетесь конечной точкой, а мы работаем с вашей структурой, с вашей матрицей, со всем родом, со всеми вашими близкими, и с детками, и с внуками, и с родителями, и с предками в том числе. То есть вы, получая сейчас вот эти уникальные знания, уникальные практики, работаете во благо не только с собой, но и с огромной армией людей, которые вас окружают. Вы сейчас становитесь той энергетической составляющей, которая несет любовь, свет, созидание и в дальнейшем, конечно же, богатство, счастье, удовольствие и так далее. И я настраиваю, и вот эти обряды, которые идут у нас, золотой денежный поток, там, где идет непосредственно проработка денег, и обряд зов, в котором у нас идет привлечение удачи, счастья, любви, приобретайте их. Это бесценнейшие обряды, это бесценнейшие продукты. И та стоимость, которую, опять же, я дала сейчас, это мне так сказали, и это я не знаю, что мне скажут дальше, потому что тот же самый обряд, который... обрядовые действия, тренинг, обрядник 21-го, на сегодняшний день он стоит 5000, ну там 4900, а эти по 3. Но я не знаю, это вот на сегодняшний день, это пока вот в этот период, может быть дальше, и скорее всего дальше это будет дороже, поэтому подключайтесь сейчас, кто уже имеет намерение это купить, приобретайте, чем быстрее, тем лучше. Так, следующий момент. Причина болезни у нас разбираем. И третья причина, это одна из причин, но я сегодня разбираю три, мы прорабатываем три, и почка болит, и правая нога, да, да, ребят, все, могут сейчас пойти, вылезают болезни, это самые ваши страшные точки болевые, они сейчас фонят, они сейчас вам, это очень хорошо, потому что там сейчас идет проработка на уровнях энергии, и пока я с вами, пока я здесь, хорошо, что болит, потому что я акцентирую внимание на болевых ваших точках, и я снижаю этот фон, и мы прорабатываем, мы трансформируем эту энергию, поэтому терпите, сидите, работаем дальше, пейте побольше воды. Третья причина болезни. Разрушающие энергии как следствие ошибочных установок внутри нас. Опять же, мы не привыкли, нас так не воспитывали относиться к себе с любовью, с уважением, быть самодостаточными, яркими, мощными, сильными, структурированными. Мы все какие-то перекособоченные, мы все какие-то убогие, мы все какие-то недо, мы все какие-то в страхе, мы все какие-то зажатые и так далее. Нас просто этому не учили. Но пришло время стать сильными, пришло время жить в любви, пришло время выбирать лучшее, пришло время идти дорогой созидания, пришло время выходить на следующий уровень. Май месяц 2017 года, 13 мая, здесь и сейчас. Май месяц – очень сильный и мощный месяц относительно 2017 года, когда идет закладка и фундамент на выход следующего уровня. У нас сейчас идет смена энергии, у нас сейчас идет смена управителей, смена сущностей. Либо сущности – это высокочастотного порядка. Через нас работают, через нас проходят эти энергии, там особая система создания, об этом я говорила на предыдущих вебинарах, кто и как нами управляет, не буду повторяться. Так вот, сейчас идет смена сущности, либо они уходят через боль, страдания, переживания, то есть вы не можете расстаться со старым, и вас начинают просто долбить, либо они уходят через какие-то мелкие неприятности, ситуации, через какие-то несостыковки, через какие-то там
либо вас просто долбят. Вот просто долбят и долбят день ото дня. Вот это май месяц. Жесткий. Очень жесткий. Для тех, кто не подготовлен. Поэтому сейчас еще у нас только начало мая. Поэтому вот этот месяц, он достаточно сильный и мощный для того, чтобы помочь перейти в спокойном режиме, в здоровом режиме, в созидательном режиме на следующий уровень. И 21 мая я не случайно выбрала этот день. Этот день будет очень сильный, мощный. Это практики, которые позволят вам жить дальше и идти по дороге с меньшими косяками, с меньшей болью, с меньшими, знаете как, знать бы, где упал, соломинку подстелим. Вот мы не соломинку подстилаем, а мы дорогу вообще категорически в лучшее перестраиваем. Так, чтобы не было больно, не было нищеты, не было болезней, не было неудач. Не только у вас, у ваших детей, у ваших внуков, у ваших правнуков. Вот чем мы будем заниматься 21 мая. Это очень серьезный день, это очень серьезные практики, это очень сильные энергии. Записывайте здесь и сейчас. И я говорю, что 6 часов практики за 5000 рублей, но это вам подарок небес. Подарок небес. Третья причина болезни. Этот путь состоит в том, чтобы, живя в земной реальности, мы не подчинялись ей, а жили по законам божественного замысла. Божественный замысел на самом деле – это состояние спокойно, хорошо, движение вперед в унисон со своей программой, а программа судьбы – это значит, выбираем лучшие, выбираем, делаем ставку на лучшие варианты своей судьбы. Чтобы было более понятно, я объясняю так. Мы все приходим вот сюда, мы все большей частью проходим через боль, страдания, переживания, агрессии, болезни и так далее. Все, вот сюда все души, это опыт, это определенный опыт. Выбросить мы его не можем. Мы все, это законы мироздания, мы все приходим вот сюда, вот сюда. И наша задача сейчас перейти вот сюда. Это судьба, вот это судьба, где есть и белое, есть и черное. Вот здесь вот для каждого из вас прописаны наилучшие варианты вашей судьбы. Какие наилучшие варианты? У каждого тысячи и тысячи вариантов. Кому-то надо 33 завода, Майбах, Мерседес, Порше, 33 квартиры в Лондоне, в Америке, а кому-то достаточно просто домика в деревне, а кому-то вообще достаточно сидеть на коврике и медитировать где-то в Индии и так далее, и это будет наилучший вариант его судьбы. При этом наилучший вариант судьбы для каждого из вас – это любовь, счастье, богатство, удовольствие, молодость, красота. Я даже когда говорю эти слова, насколько они мощны и сильны, я чувствую вибрацию каждого этого слова. Мощно и сильно они развиваются в пространстве и доходят до каждого из вас. Созидание, состояние, спокойно, хорошо, в любви, в счастье, в гармонии, в удовольствии, в молодости, в долголетии. А следом идет и волшебство. Так вот, я выстраиваю вектора и учу вас выстраивать вектора вот отсюда сюда, отсюда сюда. Даже если вы сейчас находитесь здесь, то совсем скоро и очень близко вы приближаетесь вот к этому варианту. У каждого из вас еще огромный пласт не востребованного, не тронутого, лучших вариантов вашей судьбы. А я вам в этом помогаю. Помогаю через обряды, помогаю через сегодняшний день, через участие в вебинарах, помогаю через тот же обряд «Денежный золотой поток», который, пожалуйста, вы можете приобрести самостоятельно и работать с ним любое время. Он пожизненно останется с вами. Тот же обряд на зов «Удачи, счастья, любовь и благополучие».
Пользуйтесь, работайте, вот сюда выстраивайте. Да, вы самостоятельно идете, идете сюда, но со мной-то быстрее, со мной-то легче. Согласитесь, да. Итак, я выбираю лучшее, все, что прописано по моей программе. Установка. Я принимаю и благодарю все, что происходит в моей жизни. Особенно я принимаю и благодарю за болезни, за неприятности, за боль, за страдания. Всех тех людей, которые меня окружали и сделали мне, причинили мне каким-то образом боль. И эта боль вытекла, проникла в клеточки организма, в органы и вылезла какой-либо болячкой. Я принимаю и благодарю свою болезнь. Иным образом никак. Я принимаю и благодарю. И иду дальше. И делаю выбор к лучшему. Лучшее здоровье, лучшая судьба, лучшее все. Когда вы заведете эту установку на подсознание, она уже будет неотъемлемой частью вашей жизни, и она начнет реализовываться, и ваша жизнь начнет изменяться. А в этом во всем помогают мои обряды. Я принимаю, благодарю и действую. Я не паникую, я не огорчаюсь, я не ухожу в несознанку, я не депрессирую. Ну, можно немножко, конечно, и всего этого поделать, но осознанно мы не уходим вниз. Мы стараемся сохранять состояние спокойно, хорошо. Спокойно, хорошо, что-то делаем, передвигаем ноги, идем в реализацию, выбираем лучше, проводим обряды, делаем тренинги, бежим, спортом занимаемся, все что угодно. Мы что-то делаем, мы действуем. Вот это самое главное на сегодняшний момент. Я беру только хорошее из каждой ситуации, и я выбираю лучший вариант из всех. Третья причина болезни. И сейчас мы будем с вами работать в золотом потоке и энергии бессознательного. Садимся поудобнее, ладошки открываем, ножки ставим параллельно. Это упражнение, оно помогает улучшить ваше состояние и здоровья, и энергетики на всех уровнях. Оно приводит к гармоничному состоянию энергии, и этому уже также здесь мы учимся управлять своими энергиями и управлять энергетическими потоками в том числе. Садимся поудобнее, ладошки открываем вверх, ножки ставим параллельно, глазки закрываем. Делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Направляем свое внимание внутрь, сосредотачиваемся на области сердца, мысленно соединяемся со своим божественным центром на уровне груди. Несколько глубоких вдохов и выдохов. Работаем. Представьте, как вы плаваете и купаетесь в волнах красного цвета. Вы ныряете в эти прозрачные невесомые волны и глубоко дышите, вдыхая и выдыхая энергии красного цвета. Вы чувствуете, как все ваше тело наполняется красными энергиями красного цвета. Вы чувствуете бодрость, радость, прилив сил. Представьте, что будто выныривая из глубины, вы оказываетесь в следующем слое, в оранжевом.
Яркий, чистый свет с едва уловимым розовым оттенком, оранжевое сияние окутывает вас, вы плаваете в нем, ныряете в его глубину, дышите оранжевым светом, все ваше тело наполняется оранжевыми энергиями, и вы чувствуете себя молодым, свежим, здоровым. И снова выныривая вверх, вы оказываетесь в желтом свете. И снова плаваете, и ныряете, и дышите желтой энергией, позволяя ей наполнить все ваше тело. Вместе с лучезарным желтым сиянием в ваше тело входит ощущение счастья. Вы словно плаваете в теплых волнах и излучаете теплоту. Счастье, счастье, желтый цвет, счастье. Вы снова поднимаетесь вверх и оказываетесь в зеленом слое. Это прозрачный, светло-зеленый, в котором вы плаваете, который вы вдыхаете и выдыхаете, позволяя ему проникнуть в каждую клеточку вашего тела, и вы чувствуете, как успокаиваетесь, как от вас уходят все стрессы и напряжения. И вы настраиваетесь на умиротворенный лад, выладите пространство, выладите себя. Вместе с этим ваше тело начинает исцеляться от всех болезней и недомоганий. Ныряя вверх, вы оказываетесь в небесно-голубом слое. Ныряя и плавая здесь, вы вдыхаете и выдыхаете эти чистые, прозрачные энергии и чувствуете легкость, свободу во всем теле. Вы открыты навстречу этому миру, вы уверены в себе, и вам хочется петь, плясать, смеяться. Делайте это! Затем, словно выныривая, окружите себя волнами чистого синего цвета индиго. Почувствуйте, как вдыхаете и выдыхаете его. Вы настраиваетесь на какую-то очень тонкую-тонкую струну внутри вас. Вас окружает покой и тишина. Ваш разум работает как никогда ясно, и вы словно прислушиваетесь к окружающему миру. Начните слышать едва различимые вибрации, звуки, отдаленные голоса. Сама Вселенная вступает с вами в диалог. Вынырнув фиолетовый слой, наслаждайтесь плаванием в этом цвете. Дышите, вдыхая и выдыхая фиолетовый слой. Фиолетовое сияние. Почувствуйте, как растворяется внутри вас все клеточки дискомфорта. Уходит боль, уходит страдание. Как растворяются внутри вас все остатки негативных эмоций. Как уходят все разрушающие энергии, все диссонансные энергии, все боли, страхи, болезни. Ощутите себя единым со всей Вселенной и со своим божественным началом. Вы – Вселенная. Вы – Бог. Вы – часть божественного целого. Все наполняет вас божеством. До каждой клеточки вашего тела. Представьте, что вы снова выныриваете вверх и оказываетесь на вершине, на самой вершине золотой дуги. Вас окружает золотое сияние, свет, блеск. Со всех сторон чистое,
белое золотое сияние, сквозь которое пробивается солнце, золото, чистота, свет, мощные потоки. Вдыхайте и выдыхайте это золотисто-белое сияние. А теперь представьте, что вы прогуливаетесь по всем этим каналам, вниз и вверх, как по радуге. И спускаетесь на землю. Полетали и медленно опустились на землю. Чувствуем пол под своими ногами. Приходим в состояние «Я есмь», «Я есмь», «Я здесь», «Я сейчас». Ощущаем свое тело, делаем вдох, открываем глаза. Я женщина, я мужчина, я здесь и сейчас. Я целостен, я здоров, я богат, я удачлив, я успешен. Есть, отлично. Так, и сейчас мы переходим к нашей практике, которую я вам обещала дать. И в конце уже этой практики я активирую для вас энергии. Пожалуйста, не расходитесь. Я активирую для вас спирали ДНК, то, что я говорила сегодня. То, что у нас работает на сегодняшний день всего лишь 2, а их 12. Активируем спирали для того, чтобы развиваться, для того, чтобы противостоять болезням, для того, чтобы идти вперед, для того, чтобы восполнить нашу духовную составляющую матрицы души. Вот, у меня здесь много написано, практически 2 страницы про каждую спираль. Ну, конечно, я здесь долго буду читать, но вот просто маленькую строчку на одну прочитаю. Планета находится в состоянии медленного текущего обесточивания, потому как люди, чтобы восполнить пустотность души, качают энергию любви из флоры и фауны, очень редко восполняя это благодарностью. Поэтому я говорю, принимаем и благодарим, принимаем и благодарим, идем дальше. Вот здесь вот про каждую, это ченнелинг, это та информация, которую получаем, получает видящий, получает слышащий, получаю я в том числе. Я записываю ее в виде автоматического письма, и здесь по каждой спирали все конкретно расписано. Я этот обряд делала в 2015 году, 21 февраля, когда мы прорабатывали обряд возвращения счастья, делаю ежегодно. Вот там вот в 2015 году мы активировали для тех людей, которые были готовы, кто знает, кто слышит, может быть, меня тут, в 2015 году. Вот тогда пришла эта информация, и тогда я с ней не работала. Сегодня я ее даю вот в таком вот варианте. Поэтому еще раз призываю вас, не упускайте, дорогие мои, возможности иметь эти энергии, эти знания, эти уникальные обряды, о которых я говорю сегодня постоянно, не потому что вот мне так хочется, а потому что это необходимо прежде всего вам, каждому из вас это необходимо. И даже если сейчас нет возможности, захотите очень, она обязательно появится. Подключение к эгрегору денег, золотой денежный поток, обряд зов на привлечение любимых партнеров, друзей, удачи, успеха, счастья и любви. Вот эти 2 прекрасных ритуала, 2 обряда с прокачками, со стабилизацией энергии. Там я даю определенного рода защиту. Сначала я вас чищу, восстанавливаю. Это все в одном обряде. Затем я даю вам этот обряд, вы его делаете, и вы целостны и наполнены. Причем это можно делать, вот ту часть, которая прописана в обряде, ее можно делать постоянно, потому что это ваша энергетическая составляющая, это ваша целостность, это ваш внутренний центр, это ваше намерение, это ваша воля. И 21 мая мы тоже будем с вами прорабатывать всю эту тему, которая касается энергии, здоровья, любви, денег,
Богатство, удача, 6 часов практики. Практики 100% от мастера судьбы, от меня. И всего лишь за 5000 рублей. Ребята, это такое вот чудо могло случиться только для вас, потому что вы уже достойны. Обращайтесь, покупайте, следите, читайте и пользуйтесь вот этим моментом. Это уникальный действительно шанс. Итак, я включаю следующие слайды. Сейчас мы будем работать с вами со святыми письмами, с каналами, так называемыми. Сейчас, секундочку, возьму. Значит, раньше эта практика пришла ко мне тоже из уст мастера. Это доработав ее, пообщаться со своими предками, пра-пра-пра. Ну, я умею это делать. Не то, что ВКонтакте вот так вот, а я выходила в определенное состояние, когда считываю информацию, когда общаюсь. То есть это практика, которая действительно уже апробирована, наработала и работает на протяжении 20 лет, я ей пользуюсь, и настало время дать ее сейчас в открытом виде. Для очищения своего тела, для избавления от болезней мы используем святые письма. Вот при, казалось бы, такой достаточно неординарном подходе эти святые письма и те ключи, которые я даю, работают безупречно. Безупречно, потому что я сама пользовалась и пользуюсь периодически этой практикой. Я вижу результаты, я вижу свое тело, я смотрю и ощущаю трансформации клеток, органов, ну плюс еще, конечно, медицинский фактор, потому что я хожу и вам советую, к врачам, к женщинам, к гинекологам основные врачи, особенно после там определенного возраста, 40-35 лет, я очень отношусь к своему телу с любовью и бережно, поэтому и вас призываю все-таки к врачам тоже обращаться и смотреть за состоянием, проверять состояние крови, сахара, органов и так далее. Поэтому энергетика – это основная часть, это фундаментально, а физическое состояние здоровья – это тоже немаловажный фактор. Поэтому следите за своим организмом, относитесь к нему с любовью. И здесь вот в основе этих писем лежит проработка энергетическая на уровне подсознания, и идет настрой на оздоровление организма в целом. Сами письма читаются ежедневно на ночь перед сном. Здесь в определенный час они читаются, ну, они практически одинаковые. Здесь у нас 7 основных писем, и направлены они на тот или иной орган, на ту или иную систему. И для каждого органа, для каждой системы существует свой код и свой ключ, свой звуковой ряд, есть определенная, скажем, цикличность, и это вы читаете и делаете все, что там написано, в самостоятельном режиме. Один раз пишется святое письмо, затем оно читается. Если мы, ну, образно говоря, так, если мы представляем, что болезнь – это мощный такой закрытый замок, так вот, святые письма – это и ключи к ним, это некая такая схема, когда мы вскрываем этот замок, открываем эту болезнь, и болезнь выходит. Вот такой вот образ. Итак, я сейчас буду его зачитывать, каждое из письмо я буду прочитывать. Все это будет, вы не успеете, безусловно, это все записать, но ваша задача сейчас получить эти знания из уст в уста, так, чтобы я вам дала и вложила определенную энергетику в эти ключи. Поэтому настраиваемся, не перекрещиваем ножки, ножки параллельно, ручки открыты. Так, работаем. Святое письмо, очищение кишечника. Вы потом это все в записи получите, там все у вас будет, все это считаете в спокойном режиме. Святое письмо, очищение кишечника, кодовый ключ, открывающий болезни, код открытия, 1-1. Дана установка на очищение кишечника. Замок болезни открывается,
Здесь образно взята дата 10 июня. Мы ее сейчас посчитаем, как вы приходите к этой дате. Имя свое. Здоров. До сведения Всевышнего доведено. На листочке вы пишете все, что я сейчас сказала, и дальше пишете дату начала процедуры, написание письма, имя целителя Арина Ласка и свою фамилию, имя, отчество. Дальше вы рисуете два знака. Круг внутри, крест, пирамида внутри, глаз. У каждого письма для каждого очищения органа или системы существует дополнительная процедура. Она тоже здесь прописана. Ее писать в письме не нужно. Все, что вы пишете до момента, где написано «рисуем два знака». «Рисуем два знака» – это некие ключи, это некие печати определенные, которые закрывают это письмо. После того, когда вы прорабатываете тот или иной орган, систему, письмо это сжигается, и письмо, пепел от письма распространяется на воздух, на волю ветра, на волю сил. Дополнительная процедура здесь такая. Клизма на 2 литра кипяченой очищенной воды, добавить 1 столовую ложку лимонного сока, и делаем клизмы понедельно. Первая неделя ежедневно, вторая через день, четвертая и так далее. Вся процедура занимает 28 дней. Наиболее полное очищение достигается между 7-9 часами утра. Замок болезни открывается, например, 10 июня. Как мы получаем в итоге дату открытия замка? Если у нас общая схема 28 дней, и если мы, здесь я расписываю, начинаем это с 14 мая, с завтрашнего дня, плюс 28 дней, мы получаем 10 июня. Просто берете календарь и тупо отсчитываете. Значит, после окончания процедуры очищения замок болезни открывается, и болезнь уходит. И прорабатывается тот или иной орган. Открываю второй слайд. Святое письмо. Опухоли, полипы, висячие родинки, просто родинки. Все образования на теле ненужные прорабатываются. Запись будет, да, запись будет на Ютубе, на страничке ВКонтактах, везде будет запись. На моей страничке, если вы по Инстаграму. Итак, святое письмо. Опухоли, полипы, висячие родинки. Кодовый ключ, открывающий болезни. Код открытия 00. Дана установка на удаление опухолей, полипов, висячих родинок. Замок болезни открывается. Указать дату окончания курса лечения. Свое имя. Здоров. До сведения Всевышнего доведен. На листочке пишется дата начала процедуры, написание письма, имя целителя Арина Ласка, фамилия, имя, отчество пациента. Рисуем два знака: круг и внутри крест, пирамида внутри глаз. И дополнительная процедура у нас клизма. Клизма здесь по иному курсу расписана, вы почитаете. Весь курс занимает 70 дней, поэтому отсчитывайте от начала написания письма, начала курса, и, пожалуйста, работайте. Опухоли – это серьезные все моменты, поэтому здесь необходима такая длительная проработка. Ну, опухоли доброкачественные, очень хорошо уходят. Миомы, всевозможные образования там какие-то, пожалуйста, пользуйтесь. Так. Третий слайд. Открываю. Очищение печени у нас с вами. Печень мы начинаем чистить лучше в полнолуние, это максимально удачное время. Осенью процедуры выполнять нежелательно. Перед очисткой печени мы обязательно чистим кишечник. Необходимое условие. Ну, практически кишечник у нас чистится перед всеми остальными органами и системами. Итак, святое письмо очищения печени, кодовый ключ, открывающий болезни, код открытия 2-2, дана установка на очищение печени, замок болезни открывается, имя свое, здоров,
До сведения Всевышнего доведено. На листочке пишется дата начала процедуры, написание письма, имя целителя Арина Ласка и фамилия, имя, отчество пациента. Рисуем два знака круг, внутри крест, пирамида, внутри глаз. Дополнительная процедура здесь расписана. Время у нас идет понедельно, здесь тоже посчитайте. За одну процедуру у нас очищается одна доля печени, всего их 4. Поэтому это очень плавное, очень корректное, очень мягкое очищение, которое необходимо проводить хотя бы раз в год, в полтора, потому что печень – это наша кровеносная система, это наша система фильтрации организма, и это наша кожа, это наше состояние, общая целостность. Поэтому здесь очень хорошо работает вот эта техника через написание святых писем и еще дополнительные процедуры. Так, следующее у нас с вами. Открываю. Четвертое святое письмо – это почки. Лучшее время для очищения почек – это у нас осень. Поэтому осенью здесь, в принципе, процедура несложная. Проводится она где-то раз в две недели, то есть всего две недели. Читаем. Святое письмо – очищение почек. Кодовый ключ, открывающий болезни, код открытия 5-5. Дана установка на очищение почек. Замок болезни открывается. Указать дату открытия курса лечения. Имя свое здоров. До сведения Всевышнего доведено. На листочке пишем дату начала процедуры, написание письма, имя целителя Арина Ласка, фамилия, имя, отчество пациента и печати. Дополнительная процедура здесь расписана. Прием арбуза и черного хлеба в теплой ванне. Выполнять с 17 до 21 часа. Все, в принципе, написано. Противопоказанием является мочекаменная болезнь. Поэтому перед тем, как чистить почки, обязательно надо проверить наличие камней и наличие песка, то есть сделать УЗИ к доктору. Вообще, я рекомендую, еще раз повторюсь, обращаться к докторам. Медицина на месте не стоит, не надо быть невежами. Надо обязательно, как бы страшно или чего бы там вы ни опасались, идти и проверять свое здоровье. Элементарно сдать общий анализ крови, элементарно сдать общий анализ мочи, элементарно сдать основные анализы, придя к терапевту и периодически это делать, потому что здоровье ваше, это ваше, в ваших руках, это ваша целостность. За этим надо следить обязательно. Так, суставы. Так, очищение слизи. Святое письмо, очищение слизи. Очищение слизи. Сначала нужно почистить кишечник, и затем уже будет дополнительная процедура по слизи. Слизь мешает организму, поскольку там накапливаются бактерии, всякие гадости, и поэтому очищать обязательно слизь необходимо. Угу. Кодовый ключ, открывающий болезни. Код открытия. 3-2. Дана установка на очищение от слизи. Замок болезни открывается. Указать дату окончания курса лечения. Имя. Здоров. До сведения Всевышнего доведено. Ну, на листочке, как обычно, пишется все, что я уже повторять не буду. Рисуется два круга. Код я вам открыла. Дополнительная процедура здесь у нас тоже указана. Поэтому идем дальше. Секундочку, я ищу слайд и включаю параллельно. Так, сейчас, секундочку, я включаю, они ждут тоже. Инстаграм. Так. Так. Секунду, что-то тут у меня. Упс. Так, общее очищение
общее очищение организма. Это делается тоже в общей системе после того, как мы очищаем кишечник и затем делаем вот эту дополнительную процедуру. Делается это в течение месяца, выполняется один раз в сутки, но, как я уже говорила, кодовое святое письмо пишется один раз и прочитывается один раз в день перед началом процедуры. Святое письмо – общее очищение организма. Кодовый ключ, открывающий болезни. Код открытия 7-7. Дана установка на очищение организма. Замок болезни открывается. Указать дату окончания курса. Нас месяц. Вы высчитываете самостоятельно эту дату и вписываете в это письмо. Имя свое. Здоров. До сведения Всевышнего доведено. На листочке пишется дата начала процедуры, написание письма, имя целителя Арина Ласка и фамилия, имя, отчество ваше. Рисуется два знака печати, круг внутри крест, пирамида внутри глаз. Дополнительная процедура. Кстати, вот эта процедура, она вообще уникальная процедура с точки зрения восстановления состояния, физического состояния полости рта и организма в целом. Растительное масло держат во рту и сосут, как конфеточку, в течение 15-20 минут. Затем выплевывают. Эта жидкость становится белой. Она забирает из организма через ваши слюные железы, ой, господи, все, заговорилась. В общем, через слюнные каналы забирает через лимфатические углы все токсины, все, и собирается это, и выплевывается это все наружу, и масло становится белым, даже иногда неприятный запах имеется. В принципе, это даже процедуру можно делать и самостоятельно. Выполняется один раз в сутки натощак перед сном в течение одного месяца. Вот так, значит... Дальше. Обязательно перед этим почистить кишечник. Обязательно. Чтобы сначала вы можете не брать другие органы, но можете взять основное кишечник и общее очищение организма. Это будет очень полезно. Посмотрите, вот, посмотрите на результаты. Это удивительные результаты. Итак, значит, я вас призываю к тому еще раз, чтобы пользоваться мной, пока я здесь, пользоваться моими обрядами, моими ритуалами, энергией, которые приходят на сегодняшний день, мощными, сильными потоками, они открыты для каждого из вас. Готовность у вас есть, желание у вас есть. Включайте намерение, волю и все делайте так, как необходимо. Проявляйте настойчивость. Два продукта у нас с вами. Золотой денежный поток, обряд, уникальный обряд, направленный на усиление финансовых потоков, на укрепление денежных потоков, на расширение денежных потоков. Второй продукт – это обряд зов на привлечение второй половинки, укрепление любви между партнерами, усиление каких-то партнерских отношений по бизнесу, привлечение друзей, удачи, счастья, богатства, любви и созидания. Вот эти продукты, они продаются по совершенно заниженной стоимости. 3000 рублей. Обряды, которые вы будете делать, мощные потоки, которые там прописаны, вы будете использовать на всю оставшуюся жизнь. Включите ответственность, проявите, пожалуйста, правильное понимание ко всему происходящему. Плюс я вас призываю 21 мая 6-часовой тренинг, где будут даны уникальные энергии, уникальные техники. Даже если вы не сможете присутствовать лично, вы, приобретая этот тренинг, приобретая участие в нем, можете пересмотреть его через неделю, через две, через месяц, в то время, когда вам удобно. Но приобретите эти продукты, потому что это необходимо вам. Вы пришли сюда ведь не случайно, вас сюда привели и направили определенные силы. Это работа ваших наставников, ангелов-хранителей, помощников и моих в том числе, и связи, там огромная армия. Так вот, сейчас у вас есть возможность изменить свою жизнь к лучшему, изменить состояние свое на сегодняшний день. Будь то любовь, счастье, богатство, деньги, удача, здоровье, красота, молодость. Я призываю всех идти
в развитие, идти в унисон со своими программами, выбирать лучшее. Тот, кто со мной идет, тот остается со мной на моей поддержке, под моим покровительством в том числе, с вашими силами в том числе, с силами ваших предков, с вашими наставниками, ангелами, пожизненно. Я не бросаю ни одного человека. У нас очень сложные задачи, у нас очень сложные энергии. Но мы идем в развитие. И тот, кто идет со мной в унисон, тот знает, как я работаю. И что получается в итоге? Да, сегодня у нас так, но завтра все будет гораздо лучше. Послезавтра еще. Потому что мы выбираем лучшее в своей судьбе. Мы выбираем лучшее то, что прописано по программе каждого из нас. А я вам в этом помогаю. Пользуйтесь, дорогие мои. Ну что, сейчас мы открываем, Леночка, чат. У нас есть немножко минут. Я не отвечаю на личные вопросы. Я отвечаю только на те вопросы, которые по теме, пожалуйста, задаем. Если индивидуально, пожалуйста, индивидуально вы можете записаться, приходить на прием, ну и так далее. Не отвечаю на личные вопросы. Суставы. Да, дорогие мои, есть. Суставы есть, есть, есть. Но кодовое письмо я... Давайте так, сейчас, Лена, останови час, чат. Значит, суставы есть, но пропал слайд, поэтому я его даю сейчас вам. Садитесь поудобнее, я сейчас вам подключаю. При желчекаменной болезни чистить печень опасно. Надо смотреть, какие камни, потому что там у вас камни большие. Так, значит, дорогие суставы мои. Суставы пишутся также по образцу, просто, видимо, там что-то соскочило у меня. Давайте я его сейчас вам дам в таком варианте, а там потом себе будете писать. Святое письмо, очищение суставов. Обязательно чистим кишечник, а потом делаем очищение суставов. Кодовый ключ, открывающий болезни. Код открытия 4-4. Дана установка на очищение суставов. Замок болезни открывается. Указывайте дату окончания курса лечения. Имя свое, здоров. До сведения Всевышнего доведено. На листочке пишется дата начала процедуры, написание письма, имя целителя Арена Ласка и фамилия, имя, отчество пациента. Рисуем два знака: круг внутри крест, пирамида внутри глаз. Дополнительная процедура. Принятие отвара лаврового листа. 5 граммов лаврового листа опускаем в 300 граммов воды и кипятим на водяной бане в течение 5 минут. Настаиваем и пьем маленькими глотками в течение 12 часов. Процедура выполняется в течение 3 дней. Затем перерыв 1 неделя и опять процедура, рассчитанная на 3 дня. И так делаем 4 раза. 3 дня, неделя. 3 дня, неделя. 3 дня, неделя. 3 дня, неделя. Вот это вы все увидите в записи. Аналогичное письмо составите тем, которые у вас сейчас выведены на экраны. Значит, Лен, открывай чат. Поехали. Угу. Нет, письмо пишется один раз на весь период. Потом в конце сжигается. Не надо каждый день писать. Для зачатия нет таких писем. Для зачатия я буду давать, дорогие мои, на практике, когда у нас будет практика 21 мая, для зачатия буду давать все. И вообще 21 мая я буду прорабатывать моменты, связанные со здоровьем, в том числе с деторождением, в том числе с какими-то зависимостями, с алкоголизмом буду прорабатывать, буду давать практику, с табакокурением, с ожирением, с толстотой. Прокачку ДНК сейчас сделаем, сейчас на вопросы отвечу, немножко отдохну.
Глаукома, беременности. Беременность жизни можно делать? Можно, только не все. Астма, ДНК. А ДНК нет еще, сейчас сделаем. Родным практики давать. Вот эти практики, это вот то, что сейчас мы делали, это в открытом доступе, они могут читать. То, что вы покупаете в виде продукта, конечно, я уже сказала, что не надо обманывать ни себя, не надо обманывать, ни других. Вы покупаете это для себя. Идет активация, настройка для каждого из вас. Это энергообмен, об этом не надо забывать. Даже 21-го, если вы будете присутствовать на вебинаре один, или втроем, а купите один вебинар, то работать будет на того человека, чьи деньги. Это очень важно. Все дальше второй и третий, которые будут с вами рядышком сидеть, бабушки, дедушки там и так далее, кто ли, подружки, работать на них не будет. Об этом я предупреждаю сразу. Хотите складчину, значит, каждый из вас в этой складчине 5 человек, значит, оплачивают 5 человек. На каждого из вас настраивать. Здесь уже никого не обманешь. Как работать с мечом, я уже объясняла. Объясняла. Так. От лишнего веса я буду давать практику. Лишний вес, наркотики, алкоголь. Это будет прорабатываться 21 мая. Эти два обряда. Так. Не надо никакие волосы сохранять, что, боже упаси, сожгите, закопайте в землю, все, ушли, ушел человек, что, какие волосы, какие ногти, что там, какую вы, куда? Оплатили, все, молодцы, умничка, Надежда, пишите, там все уже, Лена вам сейчас все расскажет. Молодец, Надежда, молодец, вот пошла и оплатила, правильно, потому что надо. Дату рождения. Там, когда вы оплачиваете обрядник 21-го, там, или зов, или золотой денежный поток, вам приходит информация, что мне нужно для того, чтобы каждому из вас активировать. То есть схема такая. Вы оплачиваете золотой денежный поток, подключение к эгрегору денег. Дальше вы пишете, Лена вам сейчас все расскажет. Туда-то вам приходит то-то, мне нужно от вас это, чтобы я на вас настроилась. То же самое. 21 мая. Тот, кто оплатил. Оплатили. Написали, дальше вам приходит инструкция, что мне нужно, дальше вы можете написать там и так далее. То есть действуем согласно определенному алгоритму, там сложностей никаких нет. Ребенку можно то, что там простуда есть. Простуда – это иммунитет. Иммунитет – это общая система организма, энергетическая целостность. Псориаз – это заболевание кожи, это печень надо целить, а вообще псориаз – это болезни, проклятия, там надо смотреть, какие проклятия. Если простуда, простуда – это иммунитет, иммунитет – это энергетическое, гоморит, это то же самое, это все. Дерматит – заболевание кожи, связанное в основном с проклятиями. Кишечники, без клизмы можно, можно без клизмы, можно без дополнительных процедур, это просто усиливает. Можно просто писать святые письма. Да, можно. Удален желчный. Можно, конечно. Вода заряжается. Ну, сейчас зарядим. Давайте сейчас мы водичку зарядим, кто приготовил. Так, вода и ДНК. Сейчас. Угу, я себе записала. Найти можно все видео уже везде. И на ВКонтакте, и в этом самом, и в Всеграни Вселенной. Все видео везде, все выложено. Ногтевой грибок. Это вирусы, это иммунитет в том числе. Косточки, так, обряды, входят в обрядник? Нет, золотой денежный поток, обряд, это один, стоимость его 3000 рублей. Зов – это другой обряд совершенно, это на любовь, на удачу, на притяжение. Обрядник 21 мая – это совершенно третий продукт, когда мы будем с вами 6 часов сидеть и прорабатывать уже совершенно разные техники, совершенно другие мощные энергии и потоки. Сегодня я работала для вас в бесплатном режиме, а 21 мая я уже буду работать и давать очень глубокие, серьезные практики для тех, кто готов, у кого есть готовность, и кто купит и приобретет эти практики. Так, сжигать в последний день. Зубы выпали извне какое-то, да, воздействие было. Суставы, ноги, кости, это, ребята, это вообще кости, это наши энергетические
Батарейки – это наши энергетические аккумуляторы. Это надо смотреть, почему, что, где косяки. Косяки у вас в прошлых жизнях. В большей степени, если болят кости, суставы, ноют там тазобедренные и так далее, все эти системы, это косяки прошлых жизней. Вот вам напрямую 21-го прорабатывать техники, я буду давать, будем прорабатывать для каждого из вас прошлые жизни, косяки, негативные все моменты из прошлых жизней. Спина в том числе, спина, я говорила, это деньги, значит, что-то с денежными потоками не в порядке, покупайте денежный поток золотой, а лучше приходите 21-го на проработку. Витилиго, варикоз, жировик. Все вопросы, которые вот сейчас у нас чат останется, я эти все вопросы переберу и пересмотрю еще раз. И, пожалуйста, каждый из вас, кто хочет вот уже конкретики, 21 мая приходите. Я все буду давать, вот я посмотрю, кто какие вопросы у меня здесь будут. Лимфоузлы, глаукома. Очень все лечится. Проклятие как убирать? Проклятия прорабатываются. Прорабатываются в том числе, мы будем работать с проклятиями 21 мая. От ожирения обязательно. Глазные болезни будем прорабатывать 21-го. Головокружение, голова, энергетически идет сужение каналов, будем прорабатывать 21-го. Матка, тазобедренные все эти меридианы, будем прорабатывать. Обязательно. Беременности – это как часть составляющей счастья женщины. Будем прорабатывать 21-го. Угу. Так, все, мои дорогие. Значит, я прошу прощения, я очень устала. И еще раз говорю, что все вопросы, все ваши, все, что мы смотрим, молодость, красота, здоровье, удача, успех, любовная магия, денежная магия, защитная магия, магия красоты. Вы представьте, 6 часов 21 числа мы с вами встречаемся, и 21 числа мы все вам, вы все прорабатываем. Заходите на страничку, вот Лена тут пишет реквизиты, Лена Касаткина, ее проект, это я для Инстаграма говорю, «Все грани Вселенной», пожалуйста, проходите, читайте на моей страничке ВКонтакте. Ну, все, мои дорогие, я вас люблю. А, подождите, стоп. Да, услышала. ДНК и вода. Так, садимся поудобнее, ладошки открываем, ножки ставим параллельно. Воду с правой стороны открытой стоит. Угу. Глазки закрываем. Так, успокоились в чате все. Работаем. Глаза закрыты, максимально расслаблены. Так, все, глазки открывайте. Подробнее я напишу у себя на страничке, что мы сегодня там с ДНК делали, и расскажу более подробно на 21 мая, потому что там будем 21 мая на тренинге, на обряднике. Сейчас я сделала такое, ну, скажем, подготовку к активации ДНК. Она раскроется тогда, когда придет время. Многие не готовы. Есть, я вижу здесь неготовность. Ну, как минимум, там 30-40% просто не готовы. Оставшимся, те, которые придут, я активирую уже очень плотно и расскажу о каждой спирали именно 21 мая. Там очень серьезная практика, поэтому пишите, записывайтесь, все вопросы к Лене. Ребятушки мои дорогие, принимаю благодарность.